такая подача. Отвели. Локоть это сюда идет. Пронейшн. Закончили движение. Метаем копье. Можно и на байдарочке покататься, как с Маратом Николаевичем. Вот. Но основная, конечно, затея пулять за счет локтя. Вот. Продолжение сюда и сюда. Ну, пара ребят, конечно, делали там это вот. Но я тут решил для малых своих добавить extension, pronation и т.д. Вот. Если вы начали выполнять утреннюю гимнастику, вы уже молодцы. Но я нахожу больше, если вы выполняете утреннюю гимнастику, так как я вас просил, начиная гимнастические упражнения, сокращение шеи, головы в разные стороны. 8 раз влево, полный оборот, не спеша. 8 раз справа, полный оборот, не спеша. Повороты головы вправо, влево, вправо, влево, по 8 раз, не спеша, чувствуя натяжение мышц. Наклоны головы в каждому плечу по 8 раз. Тоже ощущаем напряжение. Наклоны головы, подбородка вперед, чтобы он уперся в грудную клетку. Мы чувствуем, как напрягаются мышцы сзади шеи, а теперь назад. И тоже натягиваются мышцы шеи здесь, и даже на макушке головы. И все, когда мы выполняем, мы ощущаем маленькие потрескивания в наших ушах. Это не страшно, это нормально. Понимаете? Но если вы это будете выполнять каждое утро в системе своей утренней зарядки, то вы себя функционально подготовите к элементу тенниса вывода мяча при подаче. Вы помните, что я говорил? Смотрим на руку и медленно поднимаем ее вверх с мячом. Мяч вылетает, летит, 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 и вы смотрите на него. Понимаете? А подбородок идет правильно вами. Согласны? Это развивает вас. Итак, каждый элемент домашней гимнастики, который я вам предлагаю, включает в себе те элементы, которые вам необходимы для вашего развития или поддержания бодрости для того, чтобы играть в теннис и вести повседневную жизнь. Подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал. Комментируйте. Мне интересно, если бы я знал об этом тогда, когда моему сыну было 7 лет, и он пришел заниматься теннисом, то я думаю, что он бы был в большем прогрессе. А я хочу, чтобы вы были в большем прогрессе сейчас, потому что я это знаю, я могу вас приготовить. Вернее, подготовить, дать вам информацию, по которой вы сами себя подготовите. Понимаете, в чем вопрос стоит? Я вам просто предлагаю. А вы это уже дома создаете для своего ребенка, для себя.